У нас произошел пожар в боксе автозапчастей. Все. Время пошло. На авторынке по улице Проспект Героев 23/10 произошло возгорание. Газонасилитель далеко, включение готов, давление 285. Проверил. Общее время работы составляет 38 минут. Давление, которое не выключится, это на атмосфере. Ой, свиной аппарат включись. Со мной в разведку ваш. Найден очаг пожара, 32 квадратных метра. Первым отделением базы второй пожарной части проведена разведка первого этажа. Страдавшись обнаружено потом вход в слово эвакушение. Вторым отделением происходит разведка второго этажа. Отделение ПЧ-21. Задача участков ПЛУ-1. Тушение и защита смежных помещений первого этажа и второго. Задача ПЛУ-2. Тушение со стороны сфера и защита смежных помещений со стороны сфера. Начальник штаба. Закончить проведение пожарно-тактического учения, организовать уборку ПТВ, сбор руководящего состава у центрального входа. Согласно плану основных мероприятий ФГГУ «Первый отряд», запланировано проведение пожарно-тактических учений на торговом комплексе «Рынок Дон». Соответственно, все силы и средства Балаковского гарнизона и звена РСЧС отработали на оценку хорошо. Администрация рынка со своей задачей справилась. Личный состав подразделения пожарной охраны отработали свои дополнительные свои вопросы. На данный момент у нас задействовано 5 подразделений пожарной охраны. Это подразделения 21, 22 и 15 пожарно-спасательных частей. По личному составу это примерно где-то 32 человека. Сложности здесь в том, что здание само себе построено очень интересно. Хаотичные этажи, переходы.
Соответственно, для пожарной охраны необходимо отрабатывать такие объекты, чтобы самим потом владеть в случае действительно реальной опасности, уметь и знать, куда необходимо первостепенно двигаться.